Привет, вы поняли канал Hard Reset Info, и в этом видео расскажу вам, как настроить жесты у наушников JBL Tour Pro Plus. Итак, для этого в правом верхнем углу в приложении JBL Headphones мы нажимаем на шестереночку. Так, прошу прощения. Здесь мы нажимаем на пунктик жесты, и у нас есть жесты именно для левого наушника. Прошу прощения, давайте я временно вот так вот сделаю, а то у меня уведомление приходит, я прям не могу. Вот, далее, здесь мы можем выбрать параметры. Давайте даже, знаете, поудобнее сделаю вот так вот, чтобы вам лучше было видно и уведомления не мешали. Вы выберете параметры, чтобы назначить функции наушника. На касание у нас стоит сейчас шумоподавление. Можем вместо этого... Так, стоп. Стоп, что? Окей, на одно касание, давай на касание, так, тьфу. Активация голосового помощника. Так, да, я так и хочу, а в чем проблема? А это тогда что за функция? Так, ребята, сейчас странно. Окей, у нас одно касание стоит, шумоподавление. Переключает. Да, окей, если, допустим, поставлю здесь. А, да, смотрите, короче, вот это все мы менять не можем, это как бы пресеты настроек. А управление окружающим звуком сейчас у нас стоит, то есть на касание это, на двойное касание это, на тройное касание Google помощник. Если мы выставим Google помощника, то на одно касание, нет, я не буду пока что менять это, то на одно касание у нас будет стоять голосовой помощник, а на другое что-то другое. Но я советую ставить именно, допустим, управление воспроизвести. Давайте поставим так, у нас будет на касание воспроизведение паузы, двойное касание следующая дорожка, три касания предыдущая композиция, а так... касание с удержанием, у нас активация голосового помощника. Всегда доступен. Ага. Ну и стандартные настройки при звонке. Но вот честно, я бы сменил касание с удержанием на шумоподавление скорее, чем голосового помощника. И, к сожалению, тут такой функции нет. Ну ладно, давайте перейдем теперь к правому наушнику. А здесь мы можем как раз-таки выставить вместо вот этого вот всего. Мы можем выставить управление окружающим звуком. И теперь у нас на левом наушнике мы будем управлять именно воспроизведением музыки, а на правом управлением окружающим звуком. На этом все. Теперь вверху можете нажать вот сюда. И все, вернуться на главный экран. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем всего хорошего.